очень важное. Ну, мы очень рады, Миша, сразу приветствовать сегодня здесь, в нашем подпольном кафе. И я, присняюсь ко всему, сказал, что Михаил коллеги. Самое лучшее, что было вот за этот месяц, это 8 марта. Я считаю, что этот день вообще должен 365 году или 366 продолжаться, если весь сокосный год. И как-то с таким азартом мужики пили на 23 февраля. Все, кто служил, кто не служил, и кто вообще не... И гомосексуалисты там, и хрен, да, все защитники Отечества. Я не понимаю этот защитник Отечества. Это там, как это, без пятой батьковщины, что ли, по-украински звучит защитник Отечества, не каждый. Вот 8 марта, исключительно мирно, исключительно праздник. И вот нам с Мишей Калинкиным, он правильно говорил, про спецназ-то, повезло или не повезло, но скорее всего повезло. Богатая судьба получается служить в этих совершенно уникальных подразделениях. Практически, вот он, мы звали его Большой Брат, древняя самая разведка, военная разведка. И я, как вы знаете, комитет госбезопасности, диверсионная разведка УИМПЕЛ. И знаем, что такое стоит женская любовь и верность. Потому что не знаешь, ты будешь завтра или не будешь. Главное успеть, пока живой, долюбить. Кого? Даже не родину, женщину любимую. И ждать тебя должна не родина, родина или отечество, как там говорят. Не очень хорошо нас встретило в 89 году, заканчивали войну. А вот те, кто нас любил, женщины, и любят до сих пор, вот это был самый главный якорь. Повод для того, чтобы вернуться живым домой. Вот низкий поклон всем женщинам, потому что любить-то женщину этого мало, надо ее сначала уважать, поскольку все мы рождены женщины. А это у нас, если посмотреть, уже вспоминали, и Дом-2, и Собчак, и эти инфузории и планктон, которые там непонятно чем заняты. Это не женщины, даже не девушки, это такие гуманоиды женского вида, как это называется правильно. А к вам, дорогие наши, вот я думал, что спеть. У меня нет, к сожалению, песен. Есть лирические, но все песни, без исключения, даже для войны, все равно посвящали женщинам. Я поэтому подумал, давайте я, с вашего разрешения, спою три письма, направленные любимой женщине из Афганистана. А четвертая тоже любимой женщины. Ну, я уже выше сказал о том. Бывает так, что одной любимой женщины мало. Так что, ну вот, первое письмо. Всего на родину написал 6 писем за год пребывания. И хотел, чтобы цензура уродовала там еще. Вот одно. Что-то такое. Звенит про меня. Значит, письмо первое. Написано через полгода пребывания. Началось с того, что во втором письме, через 4 месяца, попросил прислать фотографию своей семьи. А у меня близнецы. Прислали фотографию. Рядом почему-то им все рыжие, все трое, жена и двое детей, все рыжие. Но я, как у нас все вешали, повесил там, рядом с автоматом на стенке, висело. Но это вот такая песня. И тут задул афганец неприятное явление в Афганистане. Мельче пудры и летят во всякие щели, глаза, уши, в нос и вообще. И ничего не остается, как себе писать письмо. Боевых нет, еще нет, вспоминаем о любимых. Желтые пыли наши окна запорошены, третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции на горный Бадахшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная, а вокруг столпились горы наяву. И живу я здесь засадами, колоннами, да еще твоими письмами живу. И отмечено, уставили, вкоранили, для чего живет на свете человек. Здесь сошлись два века в противостоянии, и
как 20-й и 14-й век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я. 10 заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, сыновей, что с фотографии глядят. И ни к чему здесь новомодные традиции, все уставы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую настоящую, пью за то, что он не смотрит свысока. Что меня он ни ходячего, ни зрячего 6 часов тащил по скалам до волка. Может быть, мои сумбурные каракули разбирать ты будешь слезы не тая. Только сделай так, родная, чтоб не плакали письмо папины, читая сыновья. И только верь, и по законам человечности будет встреча, будет новая весна. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Письмо второе, не написанное и адресованное другой женщине, которая тоже дала и любила, несмотря на что. Например, то, что была замужем давно, я тоже положила. Вот такая случайная встреча. Ну, не была случайной, просто некуда было деваться. Кратковременная командировка в Москву, по печальному поводу сопроводить 200-й, и не моих ребят, а вертолетчиков. Ну, и там, поскольку адрес был известен, вообще, чем больше женщин тебя любят и переживают за тебя, тем надежнее, вернее, ты вернешь живую. Ко всем. Причем возвращаться не к одной, а ко всем, кто тебя любил и ждал. Это мать, это может быть сестра, это может жена, это может быть любимая, другая любящая женщина. И это мощная сила, когда тебя любят и есть к кому возвращаться. Вот это вот. Здравствуй, это я. Прости без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя поздравить с днем рождения, что давно не празднуешь, а жаль. Постоим немного у дверей, я лишь на минуточку прости. Так бывает в жизни у людей, вновь пересекаются пути. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужем, писали мне друзья. Помнишь, как с тобою в старом парке прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя на губах испуганных твоих. Но не смотри тревожно на меня, я от этих губ давно твой. Очень изменился, что же может быть? Ставит нас до срока. Нет. А? Да. Очень изменился, прошу прощения. Что же может быть? Старит нас чужая сторона. Там уже. Да. Извиняюсь. Не прячься. Нет. Там же. Простите, Юра. Я просто улетел куда-то мыслями и забыл, что поэтому. Все вспоминается, и не очень весело было задать, но не важно. Очень изменился, что же может быть. Ставит нас чужая сторона, там живут. И прячься судьбы, подруга срока седина. Что тебе расскажешь о войне? И надо ли мне рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе. Если будет в следующий раз. А счастлива ли ты, как живешь? Счастлива ли ты, вопросы с киноленты, где героев сводит хэппи-энд? Так в кино, а в жизни проездные документы снова в Кабул через Ташкент. Он будет таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все. Меня не надо провожать. Я пошел счастливо, прощай. Он будет.
едет таксист, не может больше ждать. Видно, мало дам ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, но будь счастлив. Прощай. Беда в том, что вот я начинаю все вспоминать, это совсем не нужно. И забываю, о чем поют, зачем вообще. Вот, письмо второе. Жив и здоров, не контужен, не ранен. А в остальном, догадайся сама, в Афганистане, в Афганистане. Уместится строчки письма в Афганистане, в Афганистане. Жизнь не уместится строчки письма даже на самом широком экране. Не показать, что такое война в Афганистане, в Афганистане. Да оплачено нами сполна в Афганистане, в Афганистане. Правда оплачено нами сполна. И ты не прочтешь в популярном романе, как проверяются судьбы в бою в Афганистане, в Афганистане. Историю пишет свою в Афганистане, в Афганистане. Время историю пишет свою. Кто-то поднимется, кто-то не встанет. Сердце разбив о гранитную твердь в Афганистане, в Афганистане. Цены иные на жизнь и на смерть в Афганистане, в Афганистане. Цены иные на жизнь и на смерть в Балхе, в Герате, казни в Бадахшане, в скалах Саланга, в песках Чардары, в Афганистане. Афганистане, время не выветрит наши следы в Афганистане, в Афганистане, время не выветрит наши следы, а помнить и ждать. Не клянись на Коране, знаю, не веришь ты в эту муру, в Афганистане. В Афганистане белое солнце встает поутру, в Афганистане, в Афганистане, белое солнце встает поутру. Понимаете, они не очень веселые песни, но это вот то, чего не хватало всем. Любви, тепла, женской ласки. Были женщины, Миша сказала правильно, абсолютно. С одной стороны, не место женщин на войне. И когда я слышу, что в нашей доблестной российской армии 36 тысяч только в одних ВДВ служат, мне становится грустно и обидно за нашу армию. Это не армия. Это израильский спецназ, где служат женщины там. Или даже батальон тот, который охранял патриот смерти женщин, набранный из Зимнего дворца был, который ни в кого не стрелял, но тихий мир засуд до того, как пьяный матросня полезла до дезертира фронта, полезла на грани. Это в 17 году. Там были все георгиевские кавалеры. Но они были красивыми женщинами. Я фотографию вытащила, сказала Винсайт, вытащила оттуда фотографию, выбьется. Все георгиевские кавалеры. Настоящие женщины. Они не могли стрелять мужчин, понимаете? Не могли. Вот. Поэтому вот такая песня тоже. Письма, это все можно назвать одни, письма с войны. Все, женщины, когда солнце со скалы пойдет в этой дальней чужой стране, где гитара,
тебе запою, о далеких друзьях, о тебе. И гитара опять запою, о далеких друзьях, о тебе. Наш еще не зажегся рассвет, нам с тобою пока суждены расставание на тысячи лет. И свидание в антрактах войны, расставание на тысячи лет. И свидание в антрактах войны, за нами плетется беда. Ты не веришь, что спасения нет, ты же помнишь, трамвай всегда отрывал я счастливый билет. Ты же помнишь, трамвай всегда отрывал я счастливый билет. Огненным тропом хожу, подошвы своих сапогов, своих песен еще напишу, и друзьям приду, и врагов. Сколько песен еще напишу, и друзьям приду, и врагов. Что же песни добавить еще, если б кончилось все наконец? Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цивил АКС. Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цивил. Судьбе, до свидания, и в следующий раз допою эту песню тебе. До свидания, и в следующий раз допою эту песню тебе. И я бы еще, с вашего разрешения, горжусь, 20 лет уже, 25, да? 88 год, 88. Да, прилично, да? Что я единственное написал песню, посвященную афганке, натуральной афганской женщине. Не какой-то активистке Сарандой, не бойца, командоса, просто обычной девочки, в общем-то, из кишлака. Имя Махтуба. Это таджикский или узбекский, я не знаю, как они очень. Махтуба. Ну вот и песня называется так, Махтуба. Это не со мной произошла, к сожалению, к великому, такая-то романтическая история. Но я слышал от него товарища одного, который мне рассказывал, написал песню. Ну, всю жизнь жалею, что я там не герой этой песни. Но как я чувствовал бы на его месте, я вот так написал. Так, Махтуба. Звали женщину ту, Махтуба. А и женщина просто девчонка, как тростинка, тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горящие раны в кишлаке под названием Анжу, на колонном пути под Акшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню родичей стайку твоих, к небу тянущих тонкие руки. Ты сказал одно, шурави, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, а он мне скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из хада принесла поутру КПП пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой, затянулись военные раны. Только как-то связалась судьбой та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет Махтуба, и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в ту атаку опять,
Только время не движется вспять. Мах туба, словно ветер на склонах поет. Мах туба, не нужны мне 3 года зачет. Я пошел в атаку опять. Только время движется вспять. Я пошел в ту атаку опять. Вот только время. Совершенно нами неизвестный, большинству неизвестный. Мы же местные жители. Я даже не знал, где у нас, кто там в Таджикистане проживает, какие народности. Куда там? Мне москвичу. А тут азиатская страна. Замечательная страна, и хочется завернуться очень немедленно. Только в том же составе, в то же самое время. Но это невозможно. Но это вот, это письмо, 4-й, 3-й по счету. Этот мир без тебя, просто голые скалы, от палящего солнца не спрятаться в тень. Здесь душманские бури стерегут перевал, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские бури стерегут перевал, тревожных рассветов рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракетой, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя после рейда усталость и дописанных писем скупые слова, где в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему надежда жива, где в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душе надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит она странная, странная речь. Есть ремни автоматов, врезаются в плечи, и звучит она странная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Сейчас поют. Все женщинам посвящены, все эти песни, даже военные. А это не военные, это деревенская песня. Давно жил в деревне. Мужчины, успокойтесь, наш праздник вечный, 364. Нет, это один... женщины, все песни для женщин. Конечно. И про них, а зачем писать-то и петь? Зачем терзать там? И воевать-то зачем, если не за женщин? Всем известно, да? Мужчина не воюет там, даже по приказу он не будет воевать. Но я не знаю, как сейчас наша российская армия стоит дела. Очевидно, можно женщин дубинками избить, внутренние войска могут там лопатками зарубить, кого-нибудь десантники то же самое. Чего теперь у нас в этом мире, поэтому армии у нас нет. И нет офицеров. Вот единственный представитель, кого я знаю,
Очень близко, замечательно. Скажи мне, что ты поешь, а я скажу, кто ты. Вот это Михаил Калинкин. Настоящий офицер старший. Еще с ним несколько людей. Вот. Поэтому только для женщин все. Ну, во-первых, война что это такое, где один двое другого, но солдат, рожденная женщина, отстаивает ее, защищает ее. Не родину, а вот конкретно. Женщину, как слабое существо, на самом деле женщины очень сильные. На самом деле. Не будут женщины, ненакормленные, без крыши, любой меня спросить, рожать мальчиков. Не будут одни девочки. Это закон жизни такой. Женщина в то же время совершенно непостижима по своим возможностям физическим. О чем тоже наука вся знает прекрасно. И вообще, сейчас скажу такую вещь парадоксальную. Любому мужчине утром после ванны достаточно взглянуть в зеркало. Никто об этом не задумался, клянусь. Даже иначе сейчас скажу, да? Нет? Ну, вот с трех раз угадайте. И увидит он что? Ну, да подсказать. Самого себя по пояс обнаженный, да? Довертый просто. А дальше что он еще увидит? Нет. Да он увидит ему. Тогда еще одну наводку даю, просто интересно. По христианскому поверью, там Господь Бог создал мужчину по своему подобию. Да? Второй вопрос, когда ответ на первый задайте, кем был Господь Бог создавший мужчину по своему подобию? Неужели догадываетесь? Никогда в голову не приходило. Еще подсказать, рудименты, как их называют. Что это такое? Но я не буду перед вами раздеваться, но мужчина знает. Помните, вы голову мужчин видели когда-нибудь? Не дай бог. Нет? Никогда женщина. Что же за женщины такие? Ни одного обнаженного мужчины. Хотя бы поптаксы. От горла до этого самого. Нет? Ну грудь зачем мужчине? Две, ну скажите мне, ради бога. С рудиментальными зачатками молочных желез. Понимаете мою мысль, да? Если мужчина, первый, Адам, создан по образу и подобию Господа Бога, кем был его Господь Бог? Абсолютно верно. Половина ученых, ну я просто занимаюсь историей дохристианской, половина ученых, настоящих, нормальных, они считают, первый на Земле человек, Homo sapiens, была женщина. И от нее все рудименты к нам переходят. Я славу женщине пою, может быть там чисто натуралистично, но вот из мужчина женщину сделает на Филиппинах там 3-4 часа. И я ни одного не знаю, и ни у нас, ни на Филиппинах, кто бы из женщины сделал мужчину. Не поддается это, нельзя. Почему-то. Вот физически нельзя, медицински нельзя. Хотя мужчина может при большом желании вынести ребенка и даже киснотнуть его, потом ребенок будет живой. В принципе, ну я что-то куда-то меня понесло. Остапа понесло. Не важно, песня про женщин. Значит, а еще одна песня. Я забыл, что я хотел спеть. Ну ладно, это я хотел уже не петь про песню, а про войну. Про деревню. Про деревню, да, про женщину, это все-таки неправильно. Слава тебе, Господи, напомнили, друзья. Вот эти ощущения, они бывают ностальгические, когда там 17 лет, 18, 19, у всех одинаковые, у женщин, у юношей. Бывает 30 лет, что гораздо хуже. Бывает 40, и так до конца жизни у мужчин тяжелее. Ну вот это вот такая. В деревне, где я пребываю с 92 года, много чего происходит. И что происходит в Москве, видно, оттуда гораздо лучше. И выборы там, и чего угодно. Первоворот, все городские, все это мелочи. Опять же, по сравнению с любовью женщин, которые приходят в силу встать попрощаться. Вот. Помчалось лето, жаркое и шаленое, ушло тепло со скошенных полей, а мы стоим, прощаемся с тобою, у двух заветных старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою, у двух заветных старых тополей. Костер погас, и песня не допета, пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся Бог весь. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся Бог весь. А было так, вначале было слово, неуловимо, легкое, как дым. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осудим и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осудим
будешь не сухим. Смешались все рассветы и закаты, и что хотелось каждому сбылось, мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете прощусь, целуя кончики ресниц, и пусть сплетут досужие соседи про нас еще одну из небылиц. И пусть сплетут досужие соседи про нас еще одну из небылиц. Нас разнесут по городам и весям стальные стрелы скорых поездов, и все, что было, осень занавесит тяжелой шторой сизых облаков. И все, что было, осень занавесит тяжелой шторой сизых облаков. Вот, извините, что я так. Для меня вот присутствует достаточно большого количества женщин, просто как глоток кислорода. Потому что приятнее петь о любви, о чем-то, чем о войне, и Бог знает еще о чем. А поскольку у нас тут компания в основном мужская, суровая, военная, то действительно весной на меня принял сейчас весна, для меня очередь. И чувствую себя, что весна уже началась. Вот видите, даже вот, постригся к этому поводу. Побрился. Да мне отправили, что побрился? Чего ты постригся так? Я говорю, да все, весна пришла, по шерстах выпал, зимний осталась щетина одна. Линяю, товарищи. Ну ладно, не зря там. Так удобнее просто. У вас, правда, долг, зато расчесывался быстро. Вот тоже с тобой это называется. Деревня называется Ласевский. Все песни, которые написаны там, ни одной, ни о войне, ни о политике, это все потом. Как стал там жить, я стал просто. И о любви, конечно. И прошлое, и там, возможно, и будущее. Не важно. Хорошее чувство, не важно. Вот такая песня. Кончается лет, как всегда. Летом набегает огромное количество, больше 3000 народов в эту маленькую деревеньку. Зимой никого, слава богу. Я там еще три мужского пола существа, а остальные старушки, бабушки, женские, 12 человек, больше никого нет. А летом начинаются пляжные романы, как всегда, драки из-за женщин, еще ревности, терзания взаимные друг друга, но это в том уловке. Нот. А мы так уже старые зубры, смотрим на все это спокойно, покуривая там с крыльца. Вот и все, и костры погашены возле волосистых тополей. Скрылось солнце за тайной башней, и не жалей его, не жалей. Все, что было, уже вчерашнее, и до будущей весны. Отшумели романы пляжные, отоснились шальные сны. Ох, осенние расставания, и, как водится, с давних пор несерьезные обещания и безответственный договор. Остается молчать и хмуриться, сигареты в сердцах дымя. А вон она проходит по улице, и не твоя уже, не моя. Облака потихоньку катятся, собираются на реке. День другой и дожди заладятся, и туманы сползут к реке. И неспешно собравшись силами меж осенних холодных звезд, загрунтует зима белилами этот слишком уж пестрый холст. И неспешно собравшись силами меж высоких осенних звезд, загрунтует зима белилами этот волосистый пестрый холст. Все равно, дорогие женщины, потому что жизнь на земле в принципе невозможна без женщин. У меня в частности. И у Каринкина тоже. Спасибо. Спасибо вам. Счастья вам, хорошо отдохнуть. Весна не за горами, будет обязательно. Недель через две точно. Завтра у меня уже. Приходите к нам еще на концерт. Всегда рады видеть. Так. Есть любовь или нет?
О, это Валентина покойного. Но он не обидится, он решил выпить. Не как некоторые там затворники малаховские. Ну, не важно. Тоже о любви. Но он, Валентин, он начал эту серию во власти давно. Он был заслуженным учителем Российской Федерации. Умер еще с детства. Лет 15. Общество «Корсар», где были две девчонки всего и 8 ребят. Это нечто было. Но об этом другие песни. А это, да, и вот эта песня, она... Песня уже много лет ходит по Лухаревскому району, в музыкальных школах, и в таких школах ее преподают. Она простенькая, замечательная. К сожалению, нам не удалось на могиле, ну, у него жена осталась на могиле Валентина, написать строчки. Есть любовь или нет, я не знаю. Но... Черёвок она вообще называется. Есть любовь или нет, я не знаю, но я знаю, в далеком краю есть большая поляна лесная, да черёвка в белом дыму. Есть большая поляна лесная, и черёвка в белом дыму. И девчонка в коротеньком платье с алым бантиком в русой косе убегали. Мы с ней на закате возвращались домой по росе. Убегали мы с ней на закате, возвращались домой по росе. Были ночи полны соловьями, поцелуями ласковых губ. Звезды мерцали у нас под ногами, освещая таинственный путь. Звезды мерцали у нас под ногами, освещая таинственный путь. Есть любовь или нет, я не знаю, но я знаю, в далеком краю есть большая поляна лесная и черемуха в белом дыму. Есть большая поляна лесная и черемуха в белом дыму. Там, если не очень устали, я к женщинам обращаюсь, мужики, извините, у нас потом, да? Вот, как обещали, с Калинкой поем песню для женщин и про женщин. Значит, есть еще одна песня. Я не помню, в каком году, сколько лет, 15-16. Я 14 лет пишу всякие песни про геологов, там, про все. Вот попал в Гестапо про войну, чем. Ну, журнальная смена, замечательный. Вот Юра знает, кто автор сейчас, о чем я сейчас буду говорить. Я запомнил 3-4 строчки в начале и в конце. Но вот, может быть, я неправильно делаю ее там. Я писал фильм, потому что не запомнил с первого раза типа, «Таинственный монах», да? Там у нас осталось шеренга по 8. И это я тоже взял и доделал. Как я чувствовал? Много лет спустя. Уже взрослый стал давно. Вот это вот как засело тогда. Хорошие слова. Не должны пропадать только потому, что я забыл и не помню. Невозможно уже знать эту смену. Я вам сейчас пою. Авторство признаю свое частично. Мелодия моя, а вот это практически полностью. А, ну? Но готов разделить гонорар с тем, кто отзовется, чтобы все попить. Ты опять в губах твоим вертишь, голову чуть на бок наклоня. Ты опять не веришь и не веришь, смотришь без улыбки на меня. Не веришь и не веришь, смотришь без улыбки на меня. Веселый шорох листопада, ничего не надо говорить. Вечереет и прощаться надо, и никто не хочет уходить. Вечереет и прощаться надо, да никто не хочет уходить. Пусть не наш с тобой этот вечер, слышишь, мать, зовет тебя скрыться. Вот только ждать на будущей встрече не желаю руки и сердца. Только ждать на следующей встрече не желаю руки и сердца. И не надо хмуриться ей Богу, прятать глаз, отчаянную грусть, чем тебе поклялся недотрога в том, что обязательно вернусь. Чем тебе поклялся недотрога в том, что обязательно вернусь. И не в силах я найти ответы, как собрать нечаянно могли все тепло ромашкового лета.
Печи загорелые твои, все тепло, романшкового лета. Печи загорелые твои, листопад легко рощи порвать, прячет лето, пестрый в тереман. Узкою тропинкою уходит девочка с травинкой в губах. Песен, которых вот эти время есть еще? Есть время еще? Есть? Мишка, есть еще время? 10 минут. 10 минут. Я вообще хотел, ну такая неприятная история произошла, не будем на ней заостряться, это такой творческий конфликт везде. Я много песен писал с самого начала, просто потому что не хватало времени и нежелания. Были замечательные песни, написаны замечательными исполнителями, поэтами, авторами. Высоцкий, Городницкий, Бисмарк. Что не требовалось, просто надо было чуть-чуть. Они уже были заранее, вроде как написаны, вроде как люди видели, что будет еще война. Там, большая война, десятилетняя в Афганистане, неважно, где, какие песенки песни. Я их пел, в Афганистане, потому что они... Там никто ничего не пел, а я пел те песни, которые любил и знал, о войне. Ну, о женщинах, о войне, обо всем, об ощущениях, об этих. Но когда начался кипиш в интернете, я решил больше никогда не петь чужих песен. Вот это последний раз, сколько я спел сегодня, да? Никогда и ни за что, ни почему. Но вот была у меня самая идея, а может просто взять, да все эти песни там набралось, я даже каналов прислал, я не передала. Все песни, которые почти не пел никогда. Может их спеть напоследок там. И больше не закрыть эту тему, песни, что и слова. Но я сейчас пою все равно, потому что, пожалуйста, песня на мотив. Это все знаю. Да, на мотив Высоцкого, знаете эту песню? Здесь славная равнина, здесь климат иной, здесь горы, вершины и солнечный зной. И медленно по серпантину колонна ползет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь. И только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держи, дешевле копейки стоит жизнь, и только случай решает, кому повезет. Броня батарея раскрыта, ему недолгая жизнь дана, до первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, летит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВД. А ты не машина, ты человек, летит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВД. Гудит под пулями броня, пытается смерть достать тебя. Ты ей не раз и не два глаза глядел, но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рокот уши бьет над нами боевой вертолет. А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас. И выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не добил, не долюбил. И никогда не забудем мы о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил, и никогда не забудем врагу. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне, а потому за дружбу второй стакан, за нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. Вторая песня. Там ничего не перед песней Городницкого, замечательная песня. Не знаю, про кого она написана. Я знаком с Александром Городницким, я никогда не спрашивал. Да? Про себя. Он говорит, Или про себя. Те, кто уезжает куда-то в неизвестность, эта песня, про то. Покидает свой родимый город, своих любимых друзей, людей. Вот это такая песня. Нам разлука с тобой знакома, как у вечности не проси. У подъезда дома неуютный глазок такси. Чемодан мой несут родные, и зеленый огонь погас. И плывут твои мостовые, может, нынче в последний раз.
тревожный, или ждать на твоих двоих вокзалов, и стоять на твоих мостах. Времени было мало, не прижиться в этих местах, как приехавший, как впервые, не могу отвести я глаз, и плывут твои мостовые, может, нынче последний раз. Город ты и тревожный, и шумный, ненадежная шумиха встреч. Четких улиц твоих рисунок от распада бы уберечь. Восстановят ли их живые, вспоминая ушедших нас? И плывут твои мостовые, может, нынче последний раз. Восстановят ли их живые, вспоминая ушедших нас? Твои мостовые, может, нынче последний раз. Это вторая. Там много чего изменено, но суть, часть слов осталась. Она была по месту просто написана в песне Лесбора, альпинистская песня. Он хороший написал. Да. Хороший писал песни, сам он был альпинистом. Я любил этого человека за его репортажи, за его песни, такие душевные, простые. Многому не учился в Гранинском, в Высоцком. Но это мои ровесники. Практически, он чуть постарше некоторых границ. Ну вот, вертолеты. Главное оружие поддержки в Афганистане. Больше ничего нет. Средства доставки, транспортные. Самые большие потери по соотношению было у вертолетчиков. У летчиков меньше. Вертолет летает несколько предписанных высот. Они не могут прицельно стрелять и мышцы работать не могут. Им надо опуститься. Они же опускаться нельзя. Большие потери. Побратим, которого песня тут мне посвящена, он просто сгорел вертолет, Вадим Бурага, правый летчик с Ми-8. При установке минном, при воздухе минирования проходов в горах, там где спутится три границы, туда все. Но вот они, ребята жизнерадостные, все веселые были, все. Хмурых не было никогда. Вертолетчики знают, у них много чего не было. Значит, шоколада не было, макарон, картошки не было, ничего не было. И не было 10-дневного, после 300 дней пребывания, 10 дней в Союзе. Ничего у них не было, они воевали там беззаветно. И вот это разговор вертолетчиков двух. Вот и поминки до нашего стола. А знаешь, приятель, давай о другом. Опять про полеты, баграм и киши. Не хочется что-то. Давай помолчим. А что ты глядишь там? Картинки гляжу. А что ты там шепчешь? Я песню твержу. Ту самую песню. Какую же еще? Ту самую песню. Про слезы со щек. Ну что там с погодой? Нормально пока. На утро к паншеру уходит борта. Пропеллером звон и команда на взлет. А сколько он падал? Там метров 600. Так как же нам быть? И весь этот дикий, неласковый мир лишь сердце прижало кинжалом к скале. Так выйдем, пожалуйста. Пожалуй, налей. Это тоже. Просто. Вот еще одна песня, но вы знаете, веселая песня. Я не знаю, а? Крайняя. Сейчас, какую? Ладно, там еще какая там по списку есть. Ну ладно, там, не важно. На Пункт-Инспакте, ой, например. Да это... Слушай, песня, хорошая песня. Сейчас. Дорога. А? Дорога. А, дорога, да.
Я, это не моя песня, кстати, то же самое. Я не знаю, кто. Я услышал у наших советников в Афганистане на какой-то древней кассете записано. Но это песня разведки, точно. Потому что советники были из внешней разведки. И оттуда же, но диверсионная, у них нелегальная разведка. А песня как кочевал из Союза привезли. Автор неизвестен. И опять же женщина. Получается, невольно. Тому, кто ждет и верит, кто верит и ждет, обязательно дождется. Но не все. Сто тысяч дорог позади. И снова далеко-далеко. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. И сердце свое успокой. Напрасно, напрасно тревога, у нас просто адрес такой. Дорога, 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 у нас просто адрес такой. Дорога, 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 я выйду живым из огня. А если погибну до срока, останется после меня. Дорога, 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 останется после меня. Дорога, 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 сто тысяч дорог позади. И снова далеко, далеко, а что там еще впереди? Дорога, 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 а что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. Все, давай. Песня начинается. Я эту мирно очень песню. С чего начинается песня? Ты меня напрасно не ищи, сутки шумного вокзала, море начинается с причала, песня начинается с пути, море начинается с причала, песня начинается с пути, песня начинается с пути, и шеренги вех километровых, с позабытых снов и сказок новых. Песня начинается с пути, с позабытых снов и сказок новых. Песня начинается с пути, песня начинается с друзей, нажитых душою и делами, те, что не меняются с годами. Песня начинается с людей, те, что не меняются с годами. Песня начинается с людей. Песня начинается со слов, не всегда проверенных и гладких, пишут их не в школьные тетрадки, и не для оценки знатоков. Пишут их не в школьные тетрадки, и не для оценки знатоков. Песня начинается с любви, не всегда проверенных и верных, струны, как натянутые нервы, и их неосторожно не порви. Струны, как натянутые нервы, и их неосторожно не порви. В общем, песня начинается с тебя. Если ты с собою не в раздоре, если ты встречать умеешь взори, чувствуя, как вертится земля. Если ты встречать умеешь взори, чувствуя, как вертится земля. Спасибо вам большое всем. Ну, Перевал Кармужо. А, да, спросил, еще одну песню. Да, она просто, да. Перевал, да, потому что он пришел попросить давно. Перевал Кармужо, незабываемый. Не в хорошем смысле незабываемый, просто забыть невозможно. Перевал Кармужо, это там, где с Пакистаном граница, высокогорье, там лазуритовые шахты. Я там по-зверски ползком местные, согнанные туда, в качестве рабов почти добывали этот лазурит, продавали его. В Пакистане покупали оружие, здесь сюда, в общем, длинная схема. А нам пришла задача в армии, и нам взять этот самый перевал и главную летную площадку наверху, где садились самолеты при тройке, где полк стоял душманский целый. Ну и вот воспоминания такие. А вот действительно, его не видно. Вот название Шахрон Мужон рядом, вот там есть километры, а этого нет, пунктирчики такие. Перевал Кармужон. Нищий на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан.
Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон, мазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, равнодушные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, равнодушные и к другу, и к врагу. Перевал Карамунжон, здесь веками тихо-тихо, как катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погоны, но не этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжон, не ищи на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дам. И только птицам виден он, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Спасибо. Спасибо всем. Скорее, наступление весны. А тут...